В Щелковской соборной мечети на улице Советская прошел семинар для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество. Участников поприветствовал заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин, представители Главного управления социальных коммуникаций Московской области и эксперты. Мигранты смогли получить ответы на вопросы о добровольном медицинском страховании, законодательстве Российской Федерации и трудоустройстве.